Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. В принципе, как я говорил, мы сейчас, наверное, все-таки будем дарить подарки. Никак не могу настроиться. Вот, я начал в своем замке, можно сказать, что меня ударило, твою мать. Че, я с блока прыгнул и меня ударило? Во жизнь. Там, кстати, там где-то у нас покемон босс. Давайте найдем его. Если он, конечно, не гравелер и не заспавнился, хрен его знает где. Че, он уже пропал? Или нет? А, не имею я желания рыться под землю, честное слово, не имею. Так что давайте пойдем мы домой. О, если этот чувак дома... Тот, что мне кучу алмазов подарил. Хотя я не вижу смысла ему дарить алмазы, да, если он мне подарил 2 стака алмазов. Какой смысл ему дарить алмазы, да? Возвращать ему его же алмазы. Вот это дождь конченый. Да твою мать, да чё все дома тусуетесь? Места мало в этом мире, 10 тысяч блоков вроде. Так, ух. Нет, тут не умрем, не убьемся. Так, опять позаспавнивались гравелеры. Ух, этот нападет. Давайте бежим. Хотя он не так, наверное, нападет сейчас. Или нет? Нет, не напал. Нет, эти все покемоны-боссы, которые показаны на карте, они все в шахтах. Я вообще не имею желания рыться в шахты. Так, где чей еще дом? Я знаю, тут еще есть несколько домов. Вот. Только я не представляю, чей это дом может быть. Давайте полетим. Чё мне мистер Фантом подарил? Он мне вроде кирку подарил, да? Он мне подарил еще. Вот это его дом. И он мне подарил, как я помню, еще мастербол один. Тут не запривачено или запривачено? Не 100% запривачено. О! Дайте ему сразу где-то... Вот тут и подарим что-то. Так, давайте, что бы ему подарить, что бы ему подарили, что бы ему, чем бы, давайте вот так. Давайте. У него уже есть уже, да? У него уже есть уже зачаровальня. Только я не знаю, на какой уровень она может счарить. На 30-й, то бишь, уже может. Значит, ему книжные полки даже не нужны. О, шерсть. Шерсти ни у кого нету. Не буду я много дарить шерсть. А, есть же шерсть. Тут же воруют вот эти покецентры. Так что шерсть тоже не очень такая. И нужная, как я понял. Давайте вот это одно подарим. Вот это одно подарим. Подарим алмазики. Что бы еще подарить? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хрен я знаю, что ему еще подарить. Давайте вот так подарим. Чтобы просто-напросто украсить. И в принципе, пускай будет вот так. Не буду я дарить какие-то грандиозные подарки. Я говорил, главное внимание, да? В принципе, да, давайте еще вот так. Отлично. Тогда, как это все с модифи мистер Фан... Или как он там пишется? А хрен его знает, как он там пишется. Он нигде в чате не писал.
Как он пишется? Вот так, мистер Фантом. Да, вот так, я думаю. Цмодифи мистер Фантом. Установлены права на игрока мистер Фантом. Отлично, то бишь он может открывать этот сундук. И хрена себе, сколько тут всяких покемонов боссов позаспаунилось. Смотрите на карту. 1, 2, 3, 4, 5. Я уже 5 покемонов боссов вижу. 6 даже вроде. 100% они все в шаг. 7 даже. Ни хрена себе вы позаспаунивались. Вот этот дождь нереальный. Просто лаги. Не буду я копаться за покемонами в данный момент. Пускай он вот этот копается, Влад, или как он там называется. Давай, копайся, я тебе подарок где-то тут поставлю. Я хрен им знает, что ему подарить. Давайте быстренько, быстренько, быстренько. Трам-тарам-там-там-там-там. Вот так вот. И ну чё же ещё, чё же ещё, чё же ещё, чё же ещё. А, в принципе, пускай будет так, отлично. Так, как он там пишется? С модифи. Как-то вот так. Да. Так, быстренько ставим. Владу от Эдисон. Владу от Эдисона. С Новым годом. Вот так. Он вышел с игры как раз. Так что не сейчас увидит подарок. Извините, дорогие друзья, если подарки такие скромные, но у меня тоже не куча всяких ресурсов. Фантому от Эдисона. С Новым годом. Отлично. Все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Другие подарки потом подарим в следующем эпизоде, так как, наверное, уже долгое время идет эпизод, серия. Потом подарим в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.